Итак, всем привет, с вами Алекс RMPC.by. В этом видео хотел бы продолжить некоторое прохождение, плюс немножко подготовить игру к следующему моду. Так, ну давайте пока расскажу о предыдущем. Последний мод очень достаточно-таки полезный, мне показался. Он улучшает космос, сам космос. Не на планете что-то, а именно космос. Что это значит? Это значит... Так, сейчас просканирую, что у меня здесь есть в округе. Какие ресурсы. Это значит, что совсем... Ну, до этого космос в игре был... Ну, как я вообще сравнил, оно сразу как-то так может... Хотя нет, почему видно? Но я просто в космосе долго не летал особо еще пока. Но точно было видно, что космос вообще какой-то голубоватый, синий. То есть получается, как так? Ну, реально синий космос. То есть даже в глубину, если отлететь от планеты. А мод, который я поставил... Кстати, ссылка будет, конечно же, на него в описании. То есть очень крутой и добавляет в космос именно той темноты, черноты, такой синевы некой. То есть очень мне понравился этот мод предыдущий. Обязательно советую посмотреть, потому что реально улучшает игру. Плюс... Так, вроде бы я пойду схожу туда. А, это сигнал у меня этот. Так, где у меня что рядом? Так, плюс что еще? Ну, в общем-то, много хороших модов. Ну, как много, уже более десятка, почти около 15. Ну, еще какие-то в какие-то вот в планах осветить, рассмотреть. Так, здесь где-то была небольшая станция. Я хотел бы ее посетить и взять там улучшение для своего мультитула. Странно. Ну да, получается, что она вот там дальше должна быть. Так, но сейчас я готовлюсь к моду, который... Так, где здесь вопросик мой, что-то я... А, вот там. Я готовлюсь к моду, который желательно просматривать ночью. А именно здесь я хочу посмотреть, как повлияет. Ну, это не совсем так уже явно будет, но реально добавляет немножко такой реалистичности в игру, потому что изначально ночью объекты имеют такой некий ореол в игре. С помощью этого ореола, ну, они становятся более явно видны, особенно там, допустим, к примеру, в пещерах. Ну и он, ореол такой немножко не совсем естественный, потому что, ну, где вы видели такой ореол? Но вышел мод, который убирает этот ореол, ну, то есть две версии, полностью убирает или убирает на 10%. Все-таки немножко он может понадобиться, к примеру, да, в пещерах темных. Ну, хотя я не думаю, что там сложно что-то не заметить, в любом случае подойти придется и в любом случае проверить. Поэтому мне кажется, что этот ореол все-таки нужно будет убрать. Но просмотреть я его могу только ночью. Сейчас вот пока день, побегаю и дождусь ночи. Так, пойду схожу на эту станцию, посмотрю, что там есть. Так, что у нас по ресурсам здесь? Я бы не отказался от Тамия-9. Это платина получается. Так, платины мне пока хватает. Я бы не отказался от Тамия-9, чтобы заряжать двигатель, гипердвигатель и летать. Так, пересечение Осипа. Сейчас посмотрю, что здесь есть. Возможно, какое-то улучшение. Каких-то недружелюбных форм жизни я пока не наблюдаю. Да и вообще, моя планетка такая, в основном, пустынная. Так, давайте-ка я освобожу инвентарь, потому что я чувствую, что он будет у меня полон. Да, конечно же, он полон. Здесь постоянно наблюдается нехватка с инвентарем. Поэтому время от времени, конечно... Ну и вообще, большой совет – это изучать планету, сразу же первую, потому что на ней будут найдены различные улучшения, расширения для... Так, давайте-ка сохранюсь. Различные улучшения, расширения для как мультитула этого пистолета, такого мультифункционального, так и для костюма или еще для чего. То есть, конечно же, желательно ходить. Вот сейчас сюда заберусь, и вроде бы здесь улучшение будет для моего инвентаря. Вроде бы. Так, посмотрим, что здесь. Да, плюс еще одна ячейка. Очень круто. Конечно же, установить. За 10 тысяч юнитов. Да, я согласен установить. Что ли, у меня нету 10 тысяч? Секунду. А где мои денежки? Юниты 0. Опа, ничего себе. То есть, нет, не могу. Блин, вот это подстава. 10 тысяч, юниты 0, эксплорер. Странно, вроде бы они у меня есть. Ну давайте посмотрю.
Секунду. Ну, я, конечно, ничего не продавал еще. Нет, говорится, что нету. Так, значит, их можно продать. Так, плутоний. В общем-то, у меня много чего можно продать. Я здесь собирал, но денег у меня нету. Так, это, конечно, нехорошо. Хотелось бы прикупить. Так, ну как так? У меня вообще нету денег? Секунду. Так, нету денег, нету денег. Сохраните прогресс и объявите об открытии сектора. Так, сектор я еще успею открыть. Ладно, пока понесусь к кораблю. Все, запомнил, что здесь есть улучшение. Добавить ячейку в костюм. Это, конечно, было бы очень полезно, но пока, к сожалению, не получается. Так, значит, я продолжаю ждать ночи для того, чтобы опробовать новый мод. Так, причем отмечу, что вот сейчас у меня, так сказать, на очереди моды. Ну или вообще есть незаконченные моды, которые улучшают наконец-таки фауну, животный мир на планете, жизнь, в общем, взаимодействие какое-то. То есть моды в поте лица работают. Несмотря на то, что у официальной игры просто крайне большие проблемы, очень много отказов, очень много людей уже не играют в игру. То есть, конечно, очень неприятно и жалко. Но разработчики сами виноваты, поэтому что-то здесь, ну, как-то на кого-то пенять они не могут, потому что сделали такие глупые ошибки и промахи на старте игры, ну, которые просто, ну, никак недопустимы. То есть, ну, они допустимы там для студентов или для школьников, да, я согласен. Но для работников, которые, более того, они уже трудились там над какими-то играми, и взять потенциально еще нестабильную игру и пропустить мимо раннего доступа Стима, а сразу же в официальный релиз, ну, это было крайне глупо, причем по цене в 60 баксов, ну, для Западной Европы, там, для Америки, в 60 баксов, вы хоть можете себе это представить? Они $60 запросили за недоработанную игру, которая у 50% не запускалась. То есть, ну, какие же глупцы. То есть, игра просто крута потенциально. Многие играли, по 50 часов наиграли, то есть, и реально им интересно. С другой стороны, что у многих проблемы также были. Так, бродяга, пройдено 20 тысяч каких-то шагов. Так, мой кораблик. Так, пойду туда теперь на тот вопросик схожу. Вроде бы там улучшение мультитула. Так, жду, пока начнется ночь. Но пока что по игре могу сказать. Вроде бы новостей таких нету. Единственное, что разработчики более... Ой, Steam и другие торговые сети чуть больше лояльны к возврату игры, если наиграли более 2 часов. Ну, некоторые говорят, что все равно не получается отдать игру. Но, с другой стороны, многие говорят, что кто-то 70 часов наигрывал, удавалось как-то уломать, отдать. Но это, конечно, немножко, я бы сказал, не совсем честно, но 70 часов, 50, даже 40, даже 20 часов наиграв и отдавать. Более того, 20 часов это по-любому там не в тягость было, это реально было интересно. Даже с этим начальным скудным функционалом, который здесь реально, ну, далеко не такой, какой обещали разработчики. То есть даже так, вполне себе реально первых 20-30 часов играть, то есть реально очень круто. А если бы еще разработчики начали своевременно что-то, ну вот скоро месяц пройдет, неужели они ничего не привнесут из контента какого-то нового? Так, что это такое вообще? Фрагмент of Talon Buff. Взаимодействовать. Ну, конечно же, я бы хотел повзаимодействовать. Плита Кормакс. Древний мемориал гудит на особой частоте, проникая в мое сознание и заполняя его голосами отзвуков Корваксов. Путь к пониманию вероятности вымощен знанием. Атлас говорил отрывками. Интерфейсы Атласа — его тени. Монолиты — его разрозненные дети. Вместе они складываются в безграничную мудрость. В них нужно разобраться. Так, значит, я немножко язык какой-то изучу. Теперь я знаю больше о единстве Корваксов. Так, про Корваксов я стал больше знать. Это хорошо. Так, я выучил слова расы Корвакс. Редкий. Это очень круто. Если кого-то встречу сейчас, каких-то ребят, смогу с ними поторговать. Кстати, очень бы этого хотел, чтобы... О, ничего себе, какие ребята здесь ходят. Ничего себе. Круто. Так, секунду, сейчас я немножко, наверное, так.
Ничего себе, какие ребята. Так, давайте их рассмотрю. Значит, что тут? Какой-то немножко на барана похож. Шесть ног. А вот он такой же, только побольше. А покормить этого паренька можно, интересно? Он не агрессивен? Что у него есть? Копыта. Хвост странный такой. У него есть какой-то этот, как его, плавник на спине. Рога, как у барана. Ну, прикольная такая форма жизни. Не сказать бы, что совсем неестественная, потому что если посмотреть кое-какие видео на Ютубе, то выкладывают иногда такие же. Вот вообще шкет бегает. Вообще какой-то приколюга мелкий. То есть выкладывают видео с такими уже неестественными формами жизни. Ну, понятно, что там не всегда все так органично, наверное, вписывается в экосистему. И часто просто идет набор таких вот, ну, лишь бы по... по разнообразнее жизни. Но я чувствую, и это все можно подправить. Я же говорю, что No Man's Sky это пока, это крутая, просто крутая заготовка, как тот же Сталкер. Так, далеко мне? Нет, недалеко. Кстати, я случайно не обошел ли кругом всего лишь. Так, то есть как тот же Сталкер был крутой заготовкой, которую еще в миллион раз улучшили, и реально стала крутая игра. Тот же No Man's Sky, но у него еще больше проблем. Сталкер... Ну да, со Сталкером тоже были очень крутые проблемы, там даже на старте без патчей, то есть, ну, вообще было край оптимизации, вылеты. То есть, ну, я бы даже, наверное, сравнил с этим, с No Man's Sky, но No Man's Sky тут же нету даже супер графики, сюжета, еще чего-то. Да, это генерация, да, это идея, да, нужно все реализовать. Очень много работы, более того, 4 года работали в поте лица, но, ребята, вы же тоже должны понимать, что... немалые дети и элементарные ошибки на старте можно было предусмотреть. Так, что у меня здесь? Геридий, в общем-то, не нужен, теоретически. Так, это плутоний. Плутоний, в общем-то, тоже пока не особо нужен. Железо. Пойду схожу на этот вопросик. Так, какой-то ущелье, каньончик какой-то. Да, тоже очень круто ходить по пещеркам. Мне тоже нравится. Так... Значит, там какой-то вопросик. Сейчас посмотрю, что там находится. Так, кратер Инавид не открыто. Какой-то кратер. Посмотрю, что здесь есть. Так, есть сохраниться. И вроде бы ничего такого крутого. Может, ящичек какой-то. Да, сейчас я сохранюсь. Секунду. Так, это что за паренек? Терминал 8GS. Взаимодействовать. Конечно. Он мне расскажет. Добро пожаловать на галактический рынок. Загрузочная последовательность терминала. Вход в систему выполнен. Отлично. Продавайте предметы своего инвентаря. Покупайте предметы. Вот. Вот то, чего. Вот то, что мне нужно. Это очень круто. Титан. Конечно же, могу продать весь титан, потому что его крайне легко. Хотя не титан не крайне легко добыть. Защитный лист. Это то, что он вообще покупает. Так, титан. Ну, вроде бы титан вполне легко добыть здесь. Защитный лист. Вот это я не знаю, нигде не видел, как он у меня оказался. Алюминий. Ну, тоже, в общем-то, можно. Алюминий. Я думаю, найду алюминий. Особо он мне нигде не был нужен. А вот 7000 юнитов. Титан. Тоже продам. Что еще? Энергетический баллон, конечно же, не буду продавать. Так. Плутоний. Плутоний, конечно же, я продам. У меня его очень много. Так, 11, 12, 13 тысяч. Кстати, здесь можно хорошенько подзаработать. Очень хорошо подзаработать. Все, спасибо. Пока хватит. Так, добро пожаловать. Так, покупать. Ну, пока покупать ничего не буду. Так, у меня что? Освободилось ощутимое место в звездолете. Так, звездолет, мой звездолет. Тоже освободилась ячейка одна. Давайте-ка я что-то сейчас подзаработаю в округе. Почему бы и нет? Вот, кстати, этот плутоний, которого мне сколько нужно. Давайте сейчас посмотрю. Так, плутоний вот у меня появился. 367 из 500. Ну, давайте-ка сейчас чуть-чуть плутония подсоберу и продам. Партию плутония, так сказать. Ну, звучит, конечно, в реальном мире плутоний. Хотя, есть ли у нас он вообще? Ну, и вообще, для чего? В плане есть-то он есть, для чего используется? О-о-о-о-о-о!
Какие-то эти дроны опять налетели на меня. Да вы вообще уже опухли, ребята. В чем проблема? Я ваши ресурсы трогаю или что за фигня, ребятки? Так, сейчас вот это вот спалю. Иди-ка сюда. Так, ну по здоровью у меня вроде бы все хорошо. Так, а, кстати, вот ночь наступила. Я сейчас, наверное, буду начну пробовать мод. Сейчас сохранюсь. Все этого уничтожил, набрал титана. Так, где-то мне сохраниться. Я не против, чтобы сохраниться. Так, 3.0, стражи деактивированы. Я сохранился. Вы совершили это открытие в этом кратере. Это очень круто, потому что планетку изучать нужно. Так, ну что, наверное, я продолжу изучение планетки, набор ресурсов и продажу дальше. Сейчас, наверное, займусь просмотром мода. Как он вообще? Так, важный этап путешествия. Что за этап? Забияка, уничтожена стражей, 5 штук, отлично. Так, все, наверное, на этом пока закончу. Но сейчас займусь новым модом, который якобы убирает ореол. Ну, давайте его сейчас я попробую уже здесь посмотреть. Ну, так, чтобы явный какой-то ореол увидеть у предметов. Ну, видимо, увижу только в сравнении в каком-то. Давайте в пещерах. Что здесь так уже явно светится? Так, ну, сейчас, в общем-то, попробую этот мод. Изменит ли он что-то вообще? В пещерке особенно должно что-то светиться. Все, хорошо, на этом пока все. Спасибо за внимание. Не забывайте смотреть ссылки в описании, потому что там, ну, всегда добавляю что-то интересное. Ну, на этом пока все. Спасибо.